Прощание с великим тренером, наставником. Сегодня в последний путь провели почетного гражданина города, заслуженного тренера Украины по боксу, судью международной категории Юрия Юхановича Беладзе, чье сердце перестало биться на 79-м году жизни. На прощание в созданный Юрием Беладзе клуб «Боевые перчатки» пришли несколько сотен человек. Воспитанники, родные, друзья и знакомые, спортсмены, ветераны ринга, а также представители городской и областной власти. Чтобы попрощаться с легендой боксерского ринга, собрались представители разных поколений. Ушел Мэтт украинского, естественно, запорожского бокса. Я с ним знаком с 1974 года и могу сказать, что ему удалось создать три направления. Это материально-спортивную базу. Следующее – это вовлечь ребят, детей в занятия боксом. И третье – создать, кроме этого всего, отношения с людьми. И вот сегодня многие, которые пришли, ребята, может, они не достигли таких успехов, но, по крайней мере, они стали теми людьми, которыми сегодня они востребованы для общества. За свою более полувековую тренерскую деятельность Юрий Юханович подготовил 38 мастеров спорта, из них два международного класса. Но прежде всего Юрий Беладзе считал должным воспитать из мальчишек настоящих мужчин, а не просто великих спортсменов. Только тогда, говорил он, можно считать, что жизнь прожита не зря. Юрий Юханович был действительно настоящим преподавателем, учителем. Просто психологом, ну, все в нем сочеталось. Мы там в одном небольшом маленьком человеке все, вот, все. Ну, я чуть достиг больше, немножко больших результатов в чемпионом мира, призер Олимпийские, все. Ну, вот первая моя еще и тренерская работа, в 60-м году я пришел с армии, 61-й, это действительно, с него можно было брать пример, именно как нужно с детьми обращаться. Какой к ним должен быть психологический подход. Похоронили Юрия Беладзе на Первомайском кладбище.